Ну, мы же просто тут людьми все кишит. Короче, мы тут, я тут себе суп взяла. Ну, Диана, как всегда, вредную еду. Что делать? Хочет пусть вредниться. Это не Кока-Кола, это у нее тоже газированный какой-то напиток. Спрайт, да, Дианка? Ну, у меня скромный суп. Пока Дианусика там доедывает, я, короче, купила себе вот такое 200 рецептов. Ну, думаю, блин, надо как-то чего-то искать новые рецепты. Татлы-патате с чорбасы. Кстати, да, продается он на рынке. Я его тогда теперь куплю. Кёзленмиш бибер чорбасы. Угу, сук чорба. Глянь, здесь как все интересно. А это что? Кеймалы муска бюрек. Муска, муска бельмер у нас. Узбек пилавы. Ну, типа, узбекский плов. Глянь. Эргюлю пилав. Короче, наверное, это классная книжка. А что тут еще? А здесь и пилавы, да? Лимон в сарымсак сослу мантар соте. Очень интересно. Ой, класс. Видите, урвала себе. И вообще недорого. 8 лир. Ой. Кексики, шмексики эти. О, видите, мой киргиз. Кто? Дианка все кексики вообще себя не щадит. Нет, Диана, я уже все не хочу. Один раз в неделю можно. Можно и каждый день, но только потом что будет со мной и с моим телом. Не, Дианка, а ну покажи. Не-не-не, не буду, нет, однозначно. А это что там вот это наквацанное сверху? Нет, я съела мерджимек чорбасы, хватит. Естественно, ничего, вытрешься. Вон, спрайтом руки промоешь. И салфеткой вытрешь. Ладно, пока Дианка ест, еще посижу, поизучаю. Все, собираемся. Класс, да? Там вообще такие рецепты интересные, которые, ну, обычно не готовят вот на всех этих сайтах, ютуба, глянь, из Кадаифа какие-то сладости. Вообще класс, мне очень нравится. Мне понравилось. Супер бомбовская книга. Книга рецептов такая. Идем еще в книжный. Не, Дианусик, пожалуйста, ну честно, не. Ты меня? Я быстренько. А где я тебя буду ждать? Возле книжного, он же тут на этом этаже. А, что, блин, он тут на этом. Бери свои эти. Давай мне сумку. Надела. Но она такая неудобная. Давай, 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 тебе помогаю. Все, равняй ее. Все, пошли. Зайдем еще в книжный, ладно уж. И все. А, ну это здесь, да, и кинотеатр. И все. Смотри, баранчик шоу в киношке. Баранчик шоу в киношке. Да, я помню. Джуманджи. Ну, Джуманджи мне неинтересно, я смотрела. В интернете. Кстати, помнишь, их по телеку видела? А, да, 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 эти по телеку точно. А ну-ка, иди-ка сюда. Да, эти товарищи. Идет по детскому каналу этот мультфильм. В каком зале? А, вон они там, эти, с семейка Адамсов. Вы сюда входили? А, в третьем. С той стороны. Ну, пошли, все, в книжный и домой. Потому что мне я-то поела, а Ашкам сейчас придет голодный. Надо сейчас что-то сварганить. Ой, ну он не обедает, я хочу сказать. Обедать он не хотит. Не знаю почему. Завтрак, потому что у него плотный. Ой, наконец-то выходим. Слушайте, тут Диана меня этими своими комиксами забодала. Идем сюда. Нет, все, выходим. Уже муж, у него уже экзамены закончились. Уже мне звонил. А мы все тут шаримся. Едешь?
Ой, жарко, жарко. Мне прям так жарко, ботинки эти зимние. Вообще жара. Да? Да. Там голова отрубленная. Диана, молчи. Видите, да, красота? Ну, конечно, да. Вот вышел в люди, и настроение поднимается. Ну, новогоднее настроение все еще нет. Да, ну да, действительно, но не новогоднее. Глянь, какой Олешек. Оленчик, оленчик. Мама, твоя сумка? Верни мне мою сумку и все. На, забирай. Она вообще идет в белых штанах с открытым пузом. Вон, видите? А может, в Элси Вайкики? Нет, Диана, Элси Вайкики, все, выходим уже. Мне так же просто жарко в этих ботинках. У меня сейчас так это... Так сними пальто, блин. Причем здесь пальто? У меня ноги аж жжет. Пекут ноги. Так ты в пальте, в свитере, в пальте. В пальте и в кине. На первом ряде. Неправильно иду. Элси Вайкики, Диана говорит, крутые свитера есть. Ну да, вот 70 лир, вот с оленями. Да, а эта женщина вообще убийственная. Чего? Такая перука. Ее бы расчесать, бедная. Ля, они деревянные руки у нее. Так, ладно, Дианка, что здесь, 70? Дианка навесила на меня все сумки, понимаете? 30, 40, 60, 70. Цены разные. Диана, куда идем? Куда? А вот видите, имитация дубленки. Вот. 200 лир. Вот такая вот. А я вот сегодня на девушке вот это заметила. Мне такая тоже нравится. Ну, такая обманка. Мишка косолапый. Тоже 200. Пиджачком. А, вот сюда позавозили. Короче, вот такие пальто. Я тогда, когда искала, таких не было. Красные. Тоже 200. А вон такое же желтое. И вот такие, смотрите. Такое вот пальто. Какой-то такой 220 лир. И такое, видите, и черное. Красная. Какие-то старинные узоры. Ладно, пошли. И вот, подержи, пожалуйста, пакет. И вот видишь такое, вот такая вот тоже. А это чебурашка. С чебурашкой. Какова 26. Цена? А. Вон, наверное, 250 лир. Нет, это другого. А, другое? Да. А это почему? Видишь, на замке. 200 что? 249. 250 лир, короче. С чебурашкой. Ну, в принципе, ничего такое хорошенькое. Чебурашка, на что тебе испортила? Так, 40 туники по 40. Ну, люди крутятся, конечно же. Ладно, ну мы будем выходить. Диан, выходим. Зонт нужен чей-то? Чей-то. Это чей-то. Колется. Вот такой. Ты что, колется? Ну, мягкая. Как колется? Нет, мягкая. Такой висящий, балахонистый. Выходим. Дианка. Ужас. Похоже на фрица. Благо, что Дианка не знает, кто такие фрицы. Вот, бери, вот. А еще мне, знаешь, вот это вот привлекло. А, вот это ж ты, да? Это я. Кепка. И сколько такая кепка? Смешная. О, Диана, прости, упала. Не, мне такое не нравится. Ужас, это Диана, кошмар. Слушай, пошли, ты как Олег Попов. Кто это? Клоун, неважно. Выходим. Да. Все, выходим. Но дождь, в общем, так и не прекращается полностью, полностью с ночи и без перерыва. На воду смотришь, она течет, аж голова кружится. Да, да, Диан, сюда.
Погода, конечно, нелетная. Осторожно. Ой, что его готовить, Дианка, не знаю, не знаю. Подскажешь? Ай, зонт волосы ухватил. Нет. Не горбаться, тебя Богом молю. Ровненько, ну ты же девочка. Диана, ну так оно ну, как? Ну ты должна помнить об этом. Ну что ж ты я спина как сожалею, колесо. Я сожалею, что мангу не купила. Боже, я думала, ты скажешь, я сожалею, что я девочка. Причем тут манго, Диана? Новый год подходит. Господи, придержи деньги. Пойдешь потом перед Новым годом, пойдем. Да при чем тут я? Кто будет больше? Больше будет. Денег будет больше. Некуда. Карман жжет деньги. Жжет. Наоборот. Не карман жжет деньги. А что? Деньги жжут карман. А, да, деньги жгут карман. Извините, перепутала. Ну, Новый год подходит. Волшебный праздник. Может, что-то завезут. Интересненько. Распродажки будут. Может, больше подвезут. Ну, зачем это покупать? Первый том, Диана. Мне нравится One Piece. Когда ты никогда уже до конца эти все томы не соберешь. Я вот логики не вижу. Он до сих пор еще выпускает, я помню. Угу. Ладно, все, пошли. Разговаривать можно долго и нудно. Почему я покупаю мангу? Нет, я не понимаю. Ты покупаешь мангу для того, чтобы поставить на полочку. Да. Я так считаю. Других предположений у меня нет на самом деле. Прочла за 10 минут эту мангу. Не за 10, за 40. За 40 минут. И поставила на полочку. Там, блин, на одной странице всего лишь два человека сказали по два предложения. Все. Неправда. Мне вот так очень много говорят. Угу. Например, в One Piece очень много говорят. Диана, через неделю придем и купишь. Никуда, никто его не купит. Я тебя умоляю. Ближе к Новому году, поедем ну, ближе? На второй. Да, мы поедем в тот торговый центр. В Праймал. Так, у нас сегодня что? Тут по-быстренькому сделала, что было в холодильнике. Фасолька, вот видите, замороженная была. Сделала фасоль с колбасой. Закрыли. Ну и, как всегда, Дианкин этот суп. Тот, который я вам показывала. Суп шихрие, пятиминутка с помидорами. Ну, предложила. Предложила. И еще, пока все это готовила. Ну-ка, сейчас прикрываю и гляньте еще, что испекла. Вот, видите, какой кексик желтенький. Вот эти очень крутые. Вот такой вот желтый. Он не на свету не отсвечивает, да. А реально желтый. Я добавила желтый краситель. И вот такой вот у нас вышел. Вкусно, да? Очень. И вот эта дамла шоколадная тоже вкусно. Да, наверное, вообще вкусная. Желтый такой, класс. Тошка, видите, мне купил клавиатуру. Но. Что вам хочу сказать. Здесь у нас только, видите, турецкие буквы. Бурда ингилизже йок мошкым. Язма. А йокашкым бак. Садиджи тюрк. А. Харф айны. Буквы говорит одинаковые. Ну, одинаковые, да не одинаковые. Вот, например, это же буква Ш, а я не знаю, какая здесь английская. Вот Юмуша Г. А какая. Какая под Юмуша Г прячется английская? Тоже не знаю. Также это. Тоже не знаю. И вот здесь. Видите? Че? Я не знаю, какие тут. Вот, Дианка, вот ты подойди, пожалуйста. Ну, ладно, вот смотри. Буква Че, да? Какая под ней прячется английская? Либо Э. Открывай вот эту клавиатуру, будешь смотреть. Не, да не вопрос. Я понимаю, можно открыть все. Но просто то, что... Ну, ладно. Главное, мне здесь лишь бы русский был. Кекс потрясающий. Диана не может в себя прийти. В Гратисе там были, короче, распродажки. Я купила себе кисточку. Чего я всегда хочу кисточкой назвать? Пилу. Пилочку для ногтей. Ну, мне вот такая насыпная нравится больше всего. А да, она может... Эдмо, там еще были такие, типа, знаешь, без ручки. Просто такая тупо пилка. А я что-то внимания не обратила. Я, наверное, искала именно с ручкой. Почему? Не знаю, но испортится это, другую куплю. Подумаешь, проблема. А это все-таки рецепты здесь классные. Слушайте, сижу, пересматриваю. Здесь только пилава в интересных. Вообще, рада как слон. Будай пилавы, вар. Мне понравилось. Булгур аши. Что это такая аши, я не знаю, но я разузнаю. Ну, это
Компост Усу, Рамазан Компост Усу. Вот. Да, глянь. Десертики. Смотри, так получается, ты на бананчик накладываешь шоколад. Шоколад, да, я уже где-то такое подобное видела. Что тут еще? Ну-ка, листанем. Чоколад Алы. Дондурмалы кек. С морожком. Угу. Айват от лысы. Ну, айват от лысы все, наверное, знают, как приготовить. Серьезно? Да, класс. Я вообще, я счастлива, как вообще супер-супер. Просто бомба. Шикер-паре. Кстати, все хочу сделать, все хочу, никак руки не доходят. Можно самому делать? Че, ну, блин, а, конечно. Что тут вообще тут просто? Тут, смотри, ирмик, шикер, сахар, туз, ванилья, терия. Ну, блин, это как обычный вот кекс, как этот... Как ревани, только в виде вот этих. Серьезно? Ну, практически, да. Йомурта очень похож. Ну, в общем, все. Видите, наклеила русские буквы. Конечно, не супер-пупер красиво, но а что делать? Хотя бы так. Вроде нормально, гладенько. Написала и приклеила скотчем. Ну, муж говорит, я куплю там какой-то карандаш, чей-то краску. Я говорю, не, нам никакую краску, я так вот сделаю. Понимаю, что ничто не вечно под луной, все оно отвалится, так же, как и краска, и карандаши. Ну, я тут, ага, везде. Все, слава богу. Целых 40 минут, наверное, сидела, вот это, занималась этой ерундой, представляете? Так что, ладно, вот собираю здесь мусоринки. И все, пойду, хоть поваляюсь на диване. Ля, приклеилась насмерть. Вот. А мы чай греем, сейчас попьем чайку. Чаю хочу. А, это скотч здесь. Ладно, все, сниму это.